Как дела? Как дела? Добрый день, вам помощь нужна? За что вас остановили? То, что я не повернула неправильно на улицу, вот это. Что я не стояла по пути рельс трамвая и повернула... Наверное. Это где такое происходило? Сейчас, на повороте. Вы вмешиваетесь в правоохранительную деятельность и прямо сейчас мешаете мне работать. Что нужно сделать? Вызвать следственно-оперативную группу? Да ладно. Ну ладно. Девушка, вам помощь нужна? По крайней мере, чтобы... Потому что, смотрите, сразу предупреждаю, вот этот человек, у него есть уголовная статья, превышение полномочий. Препятствие, ну, и у меня. Ну хорошо, есть так есть. Есть так есть. Вы вот. Прямо сейчас препятствуете моей деятельности, вот. Я вас предупреждаю. Я общаюсь с ним. Не, а я общаюсь с ним. Я общаюсь с девушкой. Вы мешаете мне. Ну делайте, вызывайте следственно-оперативную группу. Я требую на основании закона, чтобы вы не мешали мне. Я вам не мешаю вообще. Вы прямо сейчас мешаете. Не дергаю вас, не общаюсь с вами. Все, я девушке просто хочу объяснить, что вы... Когда мы ее отпустим, вы сможете ей что-то да, объяснить. Успокойтесь, отпустим. Я спокоен. Вы бандит. Похоже. В форме. И все. А смотрите. Вы бандит без формы. Вы меня оскорбляете или что? Нет. Ну так и все. Что все? Девушка, смотрите. Вот этот человек иногда бывает людей разводит. А в плане чего? Люди пытаются ему дать какую-то взятку, и он потом оформляет людей по уголовной ответственности. Вот. У самого много нарушений. Много нарушений. Вот. И он хочет, так как у него уголовная статья, он хочет снять с себя ответственность, что он такой вот. Поэтому мы вам поможем бесплатно, без всего, как бы, не дадим вас в обиду. Все сказали? Вы же документы еще не показывали хоть? Ну зря, он сейчас просто постанову наклепает. Они в любом случае знают мой номер, по моему номеру машины, они выясняют, кто сидит за рулем. А откуда он знает? В базе есть все. Ну еще что есть в базе? Он без рассмотрения дела, он вам не может вынести постанову. Так, взял, посмотрел и вынес постановление. Понимаете? Поэтому вот два адвоката стоит, мы вас... Ну, не переживайте. Бесплатно. Действуй, бородатый. Действуй. Вы это мне сейчас говорите? Да, я тебе сказал. Вы, наверное, что-то перепутали. Борода, действуй. С кем вы разговариваете? Знаешь, что, с кем-то неизвестно. Может, присядете в машину? Может, у вас голова кружится, вы перепутали кого-то с кем-то? Действуй, не мурыжь девушке нервы. Вы это точно мне говорите? Да. Ладно, причина, давайте разбираться. О, да. Причина. Что, в чем причина? Остановки и могу ли я ехать дальше? Не знаю. Ребят, что подходите, если интересно, подходите, не стесняйтесь. Интересно, хорошо. Ну, насколько я видела, вы со мной постарались еще раньше, до того, как я еще повернула. А, вот так вот даже было. Видели, как я занял положение на рельсах перед поворотом? Видели это? Вы объехали еще тут, я стояла вот так вот, мы стояли еще вот здесь, уже выезжая на... Слева от вас? Да, слева от меня. Правильно, я стоял на рельсе. Хорошо. И вам следовало бы стоять на рельсе, потому что в тот момент, когда вы не заняли положение на рельсе, а стоите на второй полосе справа, ну. Машин и пропускаете встречное движение, да. Вы создаете препятствие для машин, которые двигаются в вашем направлении прямо. Хорошо, а где у вас есть доказательства того, что я стояла не... Конечно, не есть, иначе бы мы вас не останавливали. Нет, это в рамках рассмотрения дела про административное правонарушение, вы можете знакомиться с материалами дела. Нет, если мы будем Нет, если мы будем почему? Рассматривать дело про административное правонарушение, тогда, да, у вас есть право заявлять ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Хорошо, это вы мне сейчас говорите. Я пока еще не знаю, рассматривать дело про административное правонарушение или отпустить вас без штрафа. Я вы это поняли, понимаю, в чем суть? Да, я понимаю, но покажите мне доказательства того, что я нарушила. В рамках, рассмотрения дела? Предлагаете штрафовать вас? Нет, вы мне покажите вообще причину моей остановки. Я вам не должен показывать причину остановки, я вам должен назвать причину остановки по закону. Хорошо, почему вы не можете показать ее? Я вам могу показать ее в ходе рассмотрения дела. Ну давайте, хорошо, давайте рассмотрим. Правильно? Вы здесь в рамках? Да, сделай себе это. Я вам разъясню ваши права. В соответствии с 63-й статьей Конституции вы несете ответственность за отказ давать объяснение всегда своих родственников, которые пытаются за планом. В соответствии с
68 статьей Кодекса Украины про административные правонарушения. Вы имеете право ознакомиться с материалами дела, давать объяснения, подавать доказательства, заявлять ходатайство, пользоваться услугами адвоката либо другого специалиста в области права, который имеет право давать мне юридическую помощь лично либо по поручению юридического лица, выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если вам неизвестен язык, на котором ведется производство. С этим понятно? Да, в суд еще поеду. Хорошо. У вас в случае вынесения постановления, у вас есть 10 дней для того, чтобы обжаловать. Можно в управлении патрульной полиции, либо в суде по месту регистрации транспортного средства, по месту совершения правонарушения, либо по месту вашего жительства. Либо у вас есть 15 дней для того, чтобы оплатить штраф в случае, если вы не обжалуете. Через 15 дней штраф удваивается. В случае неоплаты передается в исполнительную службу для принудительного взыскания. Понятно? Значит, будет рассматриваться дело про административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 122 КУПАП, за нарушение пункта 11.8 правил дорожного движения, а именно в соответствии с пунктом 11.8 водитель перед поворотом налево должен занять соответствующее крайнее положение на трамвайных рельсах направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью, при отсутствии знаков 5.16, 5.18, либо соответствующий размер. Вам понятно? Хорошо. Сзади ехал трамвай. Что? Видели, что сзади ехал трамвай. Видел. Хорошо. Я вам объяснила, что я быстро выворачивала. Вы хотите дать... у вас есть ходатайство перед началом рассмотрения дела? Устные, неважно, устные, письменные. Да. Это адвокат, девушка. Не бойтесь, это адвокат. Он потом присядет к вам в машину, и адвокат вам все поможет. Перед началом рассмотрения дела у вас есть ходатайство? Ну, она, по-моему, уже сказала, что у нее есть устное. Да. Какое? Она вам уже его пояснила. Я не с вами разговариваю. Смотрите, у меня вопрос. Вы полиция, да? Занимаетесь правонарушением? Я не занимаюсь правонарушениями. Я занимаюсь реагированием на правонарушения. Ну, можно это так назвать. Какая разница? Тут уже нет... Принципиально. Нет, я правонарушениями не занимаюсь. Федерации слова. Что вы имеете в виду? Почему вы помните? Реакция на правонарушение и вопрос правонарушения, какая разница? Я же имеется в виду одно и то же. Согласны? К чему сводится суть? Потому что за рулем куча едет мент... Мусоров? Нет. Извините. Мусоров? Нет. Подонков? Да. Куча едет наркоманов. Реальных правонарушителей? Реальных? Реальных. А где граница между реальными и нереальными правонарушителями? Хорошо, в чем проблема сделать мне предупреждение, либо просто пообщаться? Вы попросили рассмотреть дело как административное правонарушение в отношении вас? Я не попросила. Нет, вы сказали, посмотрите. Она не просила, я был свидетелем. Ты сам сказал, бородатый. Доказательства. Почему вы меня остановили? Ну, доказательства имеются. У вас должна быть причина. Почему вы меня остановили? Причина имеется. Их еще недостаточно. То, что вы мне говорите, это может быть ваше мнение. Откуда я знаю, какое у вас мнение? Конечно. Правильно? Ну, откуда вы знаете, какое у меня мнение, я вам говорю свое мнение. Да, но это ваше личное мнение. Правильно. Хорошо, покажите мне доказательства. Видео, письменные и так далее. Покажите мне доказательства. Это ваше ходатайство, правильно? Да. Считайте так. Хорошо. Другие ходатайства есть у вас? Пока мест нету, в процессе буду. Я за нее ответил. Пока мест нету, в процессе буду. Повторяю. Да, она доверяет мне. Не переживай за это. Я вам сказала еще раз. Другие ходатайства есть у вас? Пока нет, на данный момент нет. На данный момент? Я уже сказала, да. Хорошо. Видеозапись сейчас. Давай на камеру сразу. Да зачем на камеру? Вы же не участник этого производства. Девушка, возьмите камеру, заснимите, пожалуйста. Ну, в принципе, можно сказать, что вы двумя колесами заехали, да? Ну вот, и заднее тоже. Мне, видите, я поворачиваю и становлюсь. Не понял, а что она нарушила? Она поворачивает налево, включивший поворот. Вот и все нарушение.
А что она нарушила? А что она нарушила? 11.8. 11.8? Там знак был? Не было знака. Так... Если бы был знак, то надо было бы ехать так, как она проехала. Она ехала в попутном направлении. Кричите. Да что ты меня услышал? Сделайте глубокий вдох, глубокий выдох. Разговаривайте тихо, я вас слышу. Хорошо, мне слышу. Вменяемые, адекватные, правильно? А ты вменяемый, адекватный? Вменяемые, адекватные люди, как мы с девушкой. Мы разговариваем тихо и слышим друг друга. Не обязательно кричать, чтобы вас услышали. Да нет, я ее пытался развести на постанову. Я пытаюсь сказать вам, чтобы вы не кричали. Потому что я говорю, кричите, ты пытался девушку развести на постанову. Я видеозапись девушки показал. Мы выяснили, чтобы... Что ты облажался? Двумя колесами она заехала на трамвайные рельсы по путному направлению. Что, больной на голову или что? Я вот сдалека видел. Зачем вы провоцируете меня? Я тебя провоцирую. Вы утверждаетесь таким образом за мной? Я тебя провоцирую. Что у вас с лицом? Вы хотели только что в рамках дела мне выставить штраф. Конечно. Я рассматриваю дело про административное правонарушение прямо сейчас. И прямо сейчас мы рассматриваем видеозаписи, видим, что здесь по сути нарушения нет. Так что ты балабол получается, Евдокимин. Зачем вы провоцируете? Ты балабол. Если бы я не попросила. Но ты балабол. Вы хотите высказаться? Да, я тебя 100 лет не видел. Ты балабол. Высказывайтесь. Ты просто балабол. Все сказали? Понимаешь? Еще что-то хотите сказать? Догнать девушку, еще... применить ей то, что она выехала. Как он сказал, девушка? Что вы двигались... Не по направлению трамвайных путей. Мне это я сказал. А как? А ну повторите, как вы сказали? Я вас внимательно слушаю, вы хотели что-то... Как вы сказали? Ладно, как ты сказал? Ладно. Как я сказал? Что девушка двигалась в попутном направлении, правильно? Вы по трамвайным рельсам. Это не связанные с реальностью вещи. Но я потом пересмотрю. Пересмотрите, видео. И пересмотрю. Потом подойдете ко мне. Ну ты ж балабол. Да, повторите, да. Вот для девушки повторите. Не заняли соответствующее крайнее положение на трамвайных рельсах перед поворотом налево. И еще? Это пункт вообще-то 10.4. При отсутствии знаков 5.16, 5.18. Евдокименко, это пункт 10.4. Я стояла по направлению рельс и не заехала на рельсы по направлению рельс. Перед поворотом. Это 10.4, крайнее положение. Я тебе еще раз говорю, тебе принести ПДД, здесь показать. Видно, что вы находитесь на трамвайных рельсах. Да, крайнее левое положение. Я не попросила вас показать видео, вы выписали мне штраф. Конечно, он бы выписал. Я изначально не собирался выписывать вам штраф. Хотел, да, ну успокойся. Почему вы не выполнили требования ПДД? Ответьте мне на вопрос. Выписал ли бы вам штраф? Да. Я выписываю штраф, когда у меня есть доказательства правонарушения. Так у тебя есть, ты сказал, доказательства правонарушения. Я не попросила видео. Он бы выписал постановление, девушка. Я бы проверил ваши документы и, скорее всего, поехали бы дальше. Потому что я вам сам начал, я начал разговор с вами с того, что в этом правонарушении, ну, в том, что вы сделали, в принципе, нет ничего страшного. Помните, что я говорил? Нет, он ничего такого не сказал. Вот ты балабол, бляха-муха. Ну ты именно балаболище бородатое. Все будет нормально. Нет, вы так не сказали, что все будет нормально. Сказали, покажите документы. Я показала вам, говорите, вы будете держать в руках. Да. Потом вы сказали, что да. Вас научили. Ну я проверил. Вас научили, да, держать в руках техпаспорт, но не научили правильно. Не научили, да. Да. Вот умнее. Не научили пункту 11. Девушка, это умнее, чем ты. Ты понимаешь? Административное провадження нам уже буде розпочато. Розпочаток підлягає закриттю за відсутністю складу адміністративного правопорушення, тому діло закрите по відсутствию составу права. А тепер потребуйте, согласно 247, 284 КУПАПа, письменне закриття, щоб ви подали на обжалування, ми вам поможемо обжалувати його дійсно. Я согласна, тому що мене вже не один раз знімали. Ми тепер будемо вам постійно допомагати, дівчинка. И оправдывается, что просто БМВ стоит в списке подозрительных машин и так далее. И мне, честно говоря, уже это надоело. Будьте так любезны. То, что я видела заранее, вы ехали за мной еще намного раньше. Нет, я не ехал за вами. Я еду в Новобаварский отдел полиции на допрос. Хорошо, почему тогда вы остановились здесь и сейчас занимаете свое время? Потому что вы нарушили правила дорожного движения. Вы не нарушали. Я сказала, что я не нарушила. На наш взгляд. Потребуйте за... заниматься реальными вещами, которые реальными правонарушениями. Какие именно реальные правонарушения в прошлом году? Наркоманы за рулем, вы говорили? Да. Вы знаете другой способ выявить наркомана за рулем, кроме как остановка транспортных средств и проверка водителя? Нет, не знаю. Окей, тогда как мы можем знать... Если вы увидели, что я не наркоман, что у меня нет перегара и так далее, что адекватный человек, почему вы начинаете... Я не должен проверять документы? Ну, может быть, вы... Это много раз. Управляли автомобилем раньше. Вы на это имеете право сделать предупреждение и так далее.
Так и закончилось. Потребую теперь письменное закрытие. Письменное. Письменное потребуйте. Предупредил вас о том, что поворачивать нужно с сухопутного направления. Что? Просто только что показали, что я не нарушила. И это подтвердили, и все. Вы поняли, о чем мы с вами разговаривали? Вы заняли мое время и заняли свое время. Вы заняли свое время. Сделай, пожалуйста, закрой проваджение. Скорее всего, вот мужчина занял ваше время, а не я. Нет, я ей помог. Нет, вы меня остановили. Я вас остановил. Правильно. Просто потому, что вы что-то придумали. Что я придумал? Что я нарушила правила дорожного движения. Но ты же облажался. Что я находился на рельсах, а вы находились не на рельсах. Вы находились двумя колесами, заехали на рельсы уже перед нами. Хорошо, вы знаете, что когда есть минус, на рельсы не стоит заезжать? Знаете? Минус? Да. Сейчас минус полтора. Это то, что вы сделали. Вы двумя колесами стояли на самой рельсе. А нельзя было? На самой рельсе. Посмотрите еще раз. Евдокименко. Именно на ней вы стояли. И не села. Но это не правила дорожного движения. Это техника безопасности. Слышь? Я стою на огромной трассе. Я не должна выполнять технику безопасности, помимо правил дорожного движения. Вам нужно было просто заехать так, как мы заехали на трамвайной рельсе. Тогда вы создали препятствие автомобилям, которые двигаются по левой полосе прямо. Вот о чем я говорю. Хорошо. А видели, что сзади трамвай? Видел. Если бы трамвай подъезжал ближе, то я бы пропустила трамвай. Абсолютно верно. Исходя из правил, вы не должны никаких обстоятельств создавать препятствия для движения. Так она не создала никому препятствия. Вы должны его пропустить заранее. Так она и так его пропустила. Заранее, но я не знаю, сколько мне придется ждать, пока едет встречная полоса. Девушка, послушайте. Послушайте. Руки убрал! Руки убрал, скотина! Разговор. Руки убрал. Получается в том, что автомобиль, который двигается по левой полосе. Да, я стану. Вас, да, я возле девушки стану. Он будет ждать, пока вы пропустите всю встречку, не сможете. Алексей Михайлович, у меня только что больно сделал. Да. Это все зафиксировано. Это то, о чем мы говорим. Отойди. Чего толкаете? Отойди, это ты меня толкаешь. Зачем у тебя писюн, наверное, не в кармане. Отойди отсюда. Чего толкаешь? Отойди отсюда, я тебе сказал. У меня оружие, да, у меня оружие. Отошел. Руки убрал, слышишь? Я ты что? Да уйди отсюда. Уйди. А ну давай, заломай. Да, давай, сделай это. Вы психически это ты психически человек. Не уравновешен. Вы кричите, а не я. Вы толкаете. Я говорю, на свое поведение. Я говорю, отойди от меня. Отойди, пожалуйста. Я сдал, блядь, смотри, плачешь. Я тебя руками не трогаю. Ты меня трогаешь. Пошли вы ко мне подъехали, а не я. Чего вы толкаете? Я говорю, руки убрал. Я говорю, отойдите, не толкайте меня. Я говорю, руки убрал. Как руки убрал. Больной ты, ты психически больной человек. Дебил. Вы это мне говорите? Я тебе сказал. Дебил, это диагноз. Это оскорбительный диагноз. Я говорю, это диагноз. Я говорю, я тебя не трогаю, а ты меня берешь, толкаешь. Зачем вы подошли сюда? Превышение. Я к девушке хочу сказать, и на ушко что-то. Так ты мне не даешь пройти. Кому? Мне не даешь. И не дам. Я разговариваю с водителем. С какого перепуга? Я провожу какие-то процессуальные действия. Какие? Ты уже закрыл проваджи. Закрой его письма. Это называется остановка транспортного средства. И это что? Незаконно. Почитайте правила. Почитайте еще раз говорю. Ты уже на телевидении такую дичь наговорил людям. А уже поздно, да? Отойди. Да, я говорю, отойди. Не провоцируй. Так вы провоцируете. Отойди. Толкайте меня. Я говорю, отойди. Меня. Я говорю, отойди. На дорогу выталкивайте. Да, на дорогу. Я говорю, отойди. А если его сейчас машина собьет, вы его на дорогу толкаете? Я говорю, я тебя руками не трогаю. А чего вы не предупреждаете о применении физической силы? Я не дам тебе провоцировать. Чего? А чего у девушки, я не пойму? Ты хоть не вмешивайся, я тебя прошу. Я его не трогаю руками. Я к девушке хочу подойти. Идите, пожалуйста, проезжайте. Да, да, да. Надо. Отойди. Что, улыбаясь, а если отойди. Действительно машина собьет? Пожалуйста, проезжайте. Уйди ты. Уйди, говорю. Уйди, говорю. Опасно находиться на проезжей части. Какое устное замечание письменно делать? Вы влазите в разговор. Ну, а ну руками, больной, а ну руками, руками, значит, не трогай. Он же 247 пункт 1 закрыл, какое устное. Это же устное замечание 22-е. Да. За малозначностью. Я официально его закрыл. Это балабол. Это балабол. Скажите, что мы жалобу будем писать на него. Понял? Письменно закрой. Вы не можете требовать от меня ничего, кроме удостоверения. Потребуйте. Ну поехали к Симону, на мою колену сейчас зайдем к начальнику. Вы не можете ничего требовать от полицейского. Как раз они на службе, сейчас их вызовут в УПП. Я вас не задерживаю, вы можете быть свободны. Хорошо, я сейчас как водитель.
Вы просите или требуете? Требует. 247. Приказ 1395, который мы руководствуемся, не предусматривает. 284-я КУПАП. 284-я КУПАП. Забовязывает. Она, он приказом. Не, это неправильно. Это неправильно. Конечно. Ну, это же нарушение закона. Я не нарушаю закон. А что, вам не нравится мнение моего адвоката или что? Я не знаю, кто ваш адвокат, да, не ваш адвокат. Ну, 284-я там не предусматривает четко постановление. Даже если устно, он выносит письмо, потому что вы имеете право не согласиться и обжаловать его действия непосредственно в суде, если действительно вас обвиняют. Если вас обвиняют. Устные нельзя в суд подать, понимаете? Любые действия можно обжаловать в суде. Что в устной? Если у вас бурякамы все будут технически неисправны, что мы принесем в суд? Вы должны подписать. Это не девушка. Вы должны подписать тот документ, который подтверждает то или иное действие. Вы закрыли производство? Постановление называется. Законом Украины. Знаете, такой кодекс Украины про административные вопросы. 284-я статья. Девушка, вы можете быть свободны, я вас не держу. Хорошо, закройте мне письменно, закройте, вот как просят. Адвокат. Сделайте, пожалуйста, то, что я упомянула. Вы просите? Требую. Выполнить закон. Я выполнить не буду закон. Выполнять незаконные просьбы, вы поняли? О, вот так. Ну, потому что это незаконно. Незаконно вы меня тоже остановили. Я вас законно остановил. Нет. Я вам назвал причину остановки. Нет, ты незаконно остановил девушку. Это твое субъективное мнение. Это твое субъективное мнение, понимаешь? Твое субъективное мнение. Нагородил. Не разбирается в законе. Я не разбираюсь, а ты разбираешься. Я разбираюсь. 54 пункт прочитай. Ты почитай 10.4, не 11.5, как ты сказал. 11.5. Я извиняюсь, 11.5. Почитай. Он где-то что заблаговременно нужно принять левое крайнее положение для поворота налево. Она что и сделала, там видно на видео. Не позорься. Открой правила. В смысле почитай. Не позорься? Ты должен был, когда водительское удостоверение получаешь, пройти экзамены в автошколе. Ты когда в полицию и шел, ты должен... быть полицейским, правила, а не преступником, понимаешь? Открой 1.8, я считаю. Я открою потом, хорошо? Ну, если ты считаешь правда. Так, ну все. Да, все. Все. Давайте, скажите, дайте да. мне. Если хотите обжаловать мои действия, я могу показать свое удостоверение. О, и... Да, пожалуйста. Этот полицейский поломал адвоката. Он одел на него наручники. По нем идет уголовное производство. Пожалуйста. Все, есть еще вопросы? Вот. А, что, не а теперь задайте вопрос. Можно... Вот. Это было давно. А, так удостоверение надо менять было. Удостоверение правда. Нужно поменять. Конечно. Так это не вы, может быть. Смотри, не шипи сейчас, девушка. Не шипи, я тебя прошу, что не шипи. Понимаешь? Ты именно сам забалаболил. Отойди, пожалуйста, школу от меня. Закончили в свое время. Смотри, я тебя руками не трогаю. Так, слушайте, ты меня трогаешь. Это ж вы ко мне подъехали, а не я к вам. Чего вы толкаете меня? Я говорю, руки убрал. Я говорю, отойдите, не толкайте меня. Я говорю, руки убрал. Руки убрал. Больной ты, ты понял? Вы больной человек. Дебил, блядь. Вы это мне говорите? Я тебе сказал. Дебил, это диагноз. Это оскорбительно для меня с вашей стороны. Я говорю, это диагноз. Я говорю, я тебя не трогаю, а ты меня берешь, толкаешь. Зачем вы подошли сюда? Я к девушке хочу сказать ей на ушко что-то. Так ты мне не даешь пройти. Кому? Мне не даешь. И не дам. Я разговариваю с водителем. С какого перепуга? Я провожу какие-то процессуальные действия. Какие? Ты уже закрыл проваджение. Закрой его письменно. Это называется остановка транспортного средства. И это что? Незаконное. Почитайте правила. Почитайте еще раз говорю. Ты уже на телевидении такую дичь наговорил людям. Отойди, да не я... Не толкайте меня. Я говорю, отойди. Я говорю, не провоцируй. Так вы провоцируете меня. Я отойди. Не толкайте меня. Я говорю, отойди. Не толкайте меня. Я говорю, отойди. Вы можете ехать. Я говорю, отойди. Отойдите вы. Машина собьет, вы его надо. Ну, он, так, ты... пускай идет. Я говорю, я тебя руками я не трогаю. Я тебя не трогаю. Да, я подойду к девушке. Так я не дам к ней подойти. Чего? Да вы уйдите отсюда. Почему вы, девушка? Мы с вами закончили, девушка. Ты хоть не вмешивайся, я тебя прошу. Я его не трогаю руками. Я к девушке хочу подойти. Я... Уйдите, пожалуйста. Да, 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 да. Отойди. Уйдите, пожалуйста, отойди. Отойди. Уйдите, пожалуйста. Отойди. Уйдите, пожалуйста, с проезжей части. У вас сейчас машина. Да уйди ты!
Уйди, говорю. Опасно находиться на проезжей части. Хватит ломать камень. Какое устное замечание письменно делать? Вы влазите в разговор. Руками, не трогай. Не трогай. Я требую, чтобы вы отошли от меня. Вы устно открыли, устно его закрываете? Или что? Да. Закройте тогда официально, если есть... Вот, я официально его закрыл. Это балабол. Это балабол. Да, это просто слова. Скажите, что мы жалобу будем писать на него? Так и сделаем. Понял? Пишите. Письменно закрой. Пишите. Письменно закрой. Вы не можете требовать от меня ничего, кроме удостоверения. Потребуйте. Вы тоже не можете. Вы не можете ничего требовать от полицейского. И задерживайте меня уже как минимум. Я вас не задерживаю. Я вас не задерживаю, вы можете быть свободны. Хорошо, я прошу сейчас как водитель. Вы просите или требуете? Требует. Вот напишите мне закрытие. 247. Приказ 1395, которым мы руководствуемся, не предусматривает такого. 284-й КУПАПа. Я руководствуюсь приказом в своей работе. Он приказом руководствуется. Это неправильно. Ну, это же мнение вашего адвоката. Я не нарушаю законы. А что, вам не нравится мнение моего адвоката или что? Я не знаю, кто ваш адвокат, кто не ваш адвокат. Ну и все. И все. Мои действия можно обжаловать в суде и так. Устные нельзя в суд. Любые действия можно обжаловать в суде. Что в устные? Если у вас бодикамы все будут технически неисправны, что мы принесем в суд? Ну вы же стоите, снимаете. Вы должны подписать. Что я должен подписать? Вы должны подписать тот документ, который подтверждает то или иное действие. Как вы закрыли производство? Как он называется? Постановление. Чем он предусмотрен? Законом Украины. Ну где форма? Где туда? Где форма? 204-я статья. Девушка, вы можете быть свободны, я вас не держу. Хорошо, закройте мне письменно, закройте, вот как просят адвокат. Человек, да. Сделайте, пожалуйста, то, что я говорю. Вы просите? Требую. Я не буду выполнять незаконные просьбы. Вы почему поняли? Незаконно? Ну, потому что это незаконно. Незаконно вы меня тоже остановили. Незаконно. Я вас законно остановил. Нет. Я назвал причину остановки. Нет, ты незаконно остановил девушку. Это твое субъективное мнение. Это твое субъективное мнение, понимаешь? Субъективное мнение. Нагородил. Не разбирается в законе. Я не разбираюсь, а ты разбираешься. Я разбираюсь. Ты 10.4 пункт прочитай. Ты почитай 10.4, не 11.5, как ты сказал. 11.8 я сказал. Я извиняюсь, 11.8. Почитай. И что 10.4? Чтоб заблаговременно нужно принять левое крайнее положение. Для поворота налево. Она что и сделала, там видно на видео. Не позорься. Открой правила. В смысле не позорься? Ты должен был, когда водительское удостоверение получаешь, пройти экзамены в автошколе. Ты когда в полицию и шел, ты должен быть полицейским, а не преступником, понимаешь? Открой 11.8 и посчитай его. Я открою потом, хорошо? Если ты считаешь так, ну все. Ну и все. Все. Давайте, скажите, дайте мне. Если хотите обжаловать мои действия, я вам могу показать свое удостоверение, и вы... Давайте. Пожалуйста. Вот мое удостоверение. Каким ты Денису становишься? Этот полицейский поломал адвоката. Он надел на него наручники. По нем идет уголовное производство. Не, я даже фотографирую, потому что на самом Пожалуйста. Деле уже слишком много. Все, есть еще вопросы? А это вы точно? Вот. А что не а, теперь задайте вопрос. Можно. Без бороды, без. Вот. Это было давно. Неправда? Удостоверение надо менять. Давно удостоверение не нужно поменять. Только ты не. Слышишь, не шипи сейчас, девушка. Не шипи, я тебя прошу. Вот не шипи. Что понимаешь? Ты именно сам забалаболился, ты именно догнал девушку, втираешь ей какую-то дичь. Это ты догнал нас и втираешь какую-то дичь. Я вас догнал? Да. Я остановился, увидел, что мусора стоят. Мусора стоят. В этом смысл вообще твоего существования. Втирать какую-то дичь. Ты что, мне угрожаешь или что? Ты не знаешь, что такое угроза? Ты мне угрожаешь? Это когда я обещаю тебе что-то сделать, я тебе не обещаю ничего сделать. Ты мне уже пугаешь. Я уже боюсь тебя. Уйди отсюда. Так уйди тогда ты, сел в свою канарейку и смылся отсюда. Страшно. Это же ты ко мне подъехал, а не я к тебе. Я к девушке приехал. Ну так общайся с девушкой дальше, что ты со мной? Ладно, не провоцируй, сади свой тарантас и уезжай отсюда. Можно? Забирай его. Забирай. Можно уезжать? Да, отваливай. Меня отпускаешь? Да, ты свободен. Я ждал твоего разрешения. Спасибо. Да, давай, до новых встреч. И ты теряйся отсюда. И я теряюсь отсюда? Ты шо именно, скотина? Не бородатая. Ходи.
Что значит теряйся? Теряйся, в смысле уходи отсюда. Что значит теряйся? Ты что себе позволяешь? Чтобы все было проще. Ты что себе позволяешь? Чтобы было понятнее. Ты что себе позволяешь? Ты тварина, что ты себе позволяешь? Бычара галимый. Как тебя земля носит, ублюдок? А куда вы поехали? А это ж как крысы, 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 это ж крысы текают. Прикольно. Да. Да, сейчас поедем, сейчас с девушкой. Господа, в общем, вы видели все, как происходило на самом деле. Опять же, Евдокименко решил пристать к девушке. Ну, слава богу, оказались мы рядом. Да, и, кстати, мониторинг. Если вы смотрите этот ролик, открывайте, пожалуйста. Какое нам производство, да, чтобы открыли? Чтоб вы провели служебную проверку. Вот. В общем, народ, вы знаете, что делать. Ставим лайки, подписываемся на каналы. Ну, а мы едем дальше помогать вам. Все, пока.